Приветствую вас. Я для начала, наверное, предложил бы вам, изучить такую тему, которая называется импринт. А импринт это очень, на мой взгляд, интересная история, которая вот в какой-то степени отражает то, что вы описываете. То есть такая вот запечатленность восприятия человека, некая его образность и мне кажется, что важно понять, с чем именно с чем человек у вас, грубо говоря, ассоциируется. Вот если можно будет этот момент поисследовать, да, то будет все несколько более вам понятнее, вот. На мой взгляд, опять, это первое. Второе, обратите внимание на то, что с своим, вот вы пишете, что вы замужем, да? Обратите внимание на то, что вы, ну, как бы, мужчину, да, своего, с которым вы за которым вы замуж. А вы, ну вот, судя по тому, что пишете, да, вы его, ну, не так, чтобы любите. И возникает, конечно, вопрос, для чего вы тогда с мужчиной? Вот. Вместе. Такая вот история. И на мой взгляд, это важно. На мой взгляд, это важно. Вот где-то на стыке, того, как вы относитесь к своему мужу и того, из чего состоит, условно говоря, импринт ваш, да, вот такое запечатление, вот, и находится ваш ответ, ну, ответ на ваш вопрос, точнее. Другой вопрос,
захочется ли вам с этим разбираться. Другой вопрос, захотите ли вы с этим разбираться. Потому что это, ну не самая такая легкая история, не самая приятная, к сожалению. Потому что вы можете лучше себя понять, это всегда немного страшно. Но, опять же, с психологом, если это делать, если вы это будете делать с психологом, то проблем и трудностей возникнуть не должно. Никаких у вас в этом смысле. Вот примерно так я бы вам ответил, примерно. Такой ответ примерно я бы вам дал. Вот. Надеюсь, это было полезно для вас. А я вам желаю всего самого доброго. Я надеюсь, что у вас все получится. А если вам мой ответ понравился, то я буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я надеюсь, что у вас все нормализуется, надеюсь, что вы обретете гармонию. Вот. Я вам желаю всего доброго, удачи и надеюсь, что все разрешится.